Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И в преддверии Нового года, ребята, мы начинаем прохождение эпичной игры под названием God of War на Sony PlayStation. Это культовая четвертая часть легендарной игры, ребята. Поиграем и попроходим как следует это все. Кратос в главной роли. И он начинает сейчас рубить дерево, ребята. Мощный, огромный, здоровенный Кратос. Бог войны. Так, но прежде всего, ребята, сделаем одну небольшую детальку. Мне придется убрать музыку, потому что могут прилететь авторские права. Я бы этого очень не хотел. А так все отлично, эпично, начинаем. Развязались ручищи-то, а? Ну-ка, надо завязать. О чем-то он задумался, вспоминает. Я думаю, как какая-то боль у него, наверное, потому что взгляд такой томный, тяжелый. И вообще он глаза закрыл. Так. Я нашел. Это кто? Садись в лодку. Слушай, это сын его. У Кратоса есть сын. Садись в лодку, и пацан повиновался, ушел. Сел. Нифига он сильный. Дерево огромное поднял. Как Шварц в фильме «Команда», да? С огромнейшим стволом дерева идет. Для перемещения нажмите L. Надо привязать его к лодке. Держи. Мы добыли дрова, ребята. Садимся на лодку, тащим их, наверное, домой повезли. Отмеченные деревья, спуститесь вниз по реке. Не вопрос, поплыли. Отец? Что? Что-то изменилось? Точно сын его. Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. А, стоп, ребята, еще одной детали не хватает. Не, настройки мне надо. Субтитров нету, я что-то не вижу субтитров. Сейчас мы их поставим. А, вон титры. Титры, ребята. Титры сейчас поставим обязательно. Нет, это не то. Не титры. Титры — это концовочка, не надо. Интерфейс, наверное, вот здесь. Компас включено. Все включено. Камера, звук, фото, доступность. А, что-то я не вижу, где здесь титры. Или они включены? Ну подожди, пусть поговорят.
Давай, потащили дерево. Надо нам нарубать его потом на дрова. Будем печку топить, сын. Как быстрее идти? Но он очень сильный. Под таким весом, мне кажется, любой человек бы прогнулся, просто упал бы. Может, поможешь, пацан? Куда пошел? Давай вместе дерево тащить. А вот и дом наш. Это последнее. Я пока порублю, а ты, пацан, проверь дом. Сейчас печку затопим. А, погоди, у нас... Это, похоже, дрова, ребята, не для печки, нифига. Не для печки. Они, похоже, сжечь кого-то собрались. Вон там я вижу маму. Это мама его, ё-моё. Вон там отца я вижу. А что случилось-то? Вон они зовут меня. Так, ну без субтитров неинтересно. Как так, почему? Ну-ка я еще раз зайду, подожди. Доступность. Бег, так, захват, оглушение, фоновый... Фон субтитров. Нету. Светлый, темный. Давай на темном фоне. А где вообще, где они, эти субтитры, я не вижу вообще. Их вообще нету. Фоторежим. Нафиг нам фоторежим. Не нужен. Видео. Не то. Звук. А, вот звук. Все, надо субтитры включить. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Артей зовут его. Ой, Атрей, Атрей. Вон они зовут меня. Батя пришел. Вот почему он грустил, почему все так было вначале печально. Я-то думал, они на дрова хотят. Ну, по и сути, все. Да, на дрова, но не для тех целей, не печку топить. Ну, Кратос постарел уже, он седина у него в бороде появилась. Найди путь домой. Ты свободен. Топором обзавелся. Дом даже построил себе. Ну вот, все как у обычных людей. Но, видать, печальная история какая-то приключилась. Наверное, нам сейчас расскажут и покажут, как это все произошло. В дальнейшем узнаем. Пацан, неси спички. А, вот так, да. Все, давай прощайся с мамой. Что теперь делать-то? Клинок горячий, ты что хватаешь-то? Аккуратно, блин. Прости. Зажми. Этот нож... Был ее.
Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. Мощный, мощный Кратос прям вообще показывают так. Не вылазит из тренажерного зала. Хотя ему тренажер это вон лес, он пошел нарубил. На кого идем? Ты идешь на оленя. Сейчас будем оленя валить. Туда, где есть олень. Ладно. Ладно. Сюда. Поохотьтесь вместе с Атреем. Ну пошли, пошли на охоту. Отец. Сейчас поймаем оленя. Сейчас. Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. Что ты нашел? Следы, но не олени. Поищу еще. Так, настройки параметров камеры. Ну, пока вроде все нормально, не будем ковыряться здесь. Выйти, выйти отсюда. Так, а это что лежит? Ну-ка, давай посмотрим. Потери и находки. Набор новых артефактов. Так, подожди. Награда. А, в общем, найти надо 4 штуки таких. Одну из них нашли. Часть набора. И получим опыта 350. А опыт, я думаю, что мы используем на улучшение оружия. Да иду, иду, еще подожди. Следы. Да, но круглые. О, видал? А мы чуть не ушли. Да, так что надо смотреть. Все, исследуйте. Немало рисую. Рубленное серебро, 403 серебра. Ничего себе. Вот это поживились. Давай-ка дальше, сын, смотреть. Может, еще здесь что-нибудь завалялось. Такие сундуки, это хорошая тема. Во! Что-то еще лежит, подожди. Гляди, ты пропустил. Ха. А, это вот следы. Похоже, но это не олень. Видишь, копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Вместо оленя идем на козла, значит. Или все-таки найдем оленя? А давай еще пройдем. Мне кажется, еще можно что-нибудь найти. Во! Тут кругом всякого интересного. Рубленое серебро еще 245. Так мы вообще уже разбогатели. Видал как? Стоит чуть-чуть полазить тут и находим новое что-нибудь интересное. Все, Атрей, я иду за тобой. Ой, что теперь? Так, чтобы перепрыгнуть пропасть, нажмите 0. Все понятно. Идем сюда. Оп. О! Стой! Следы оленя! Свежие. А пацан лихо прыгает. Сюда! Это я его научил. Так, погоди, ты не торопись. Мы... Нам надо не пропускать ничего здесь. Надо все осмотреть. По-любому что-нибудь валяется еще. Давай. Можно идти. Вот он, олень, осторожно. Нашел. Помедленней. Ну, я ж тебе говорю, помедленней. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Тем более, батя пока по лесу шарится еще. Да, кто только наставлял тут серебра, вроде никого нету. Во, видал? Сын, не торопись. Еще сундук стоит там. Еще серебра 276. Нормально. Я сундук сейчас открою пока. Еще серебра. Мы уже 1000 серебра точно набрали. Посмотрю, что впереди. А
Осторожно! Он сломал мост. Как же нам перебраться? Ну-ка, отойди. Отойди, батя разберется сейчас. А чё, почему не идет? А, подожди, выбрать. А, топориком надо. L2. О, как четко-то, видал? Так, топором научились кидать. Что тут было? О, еще и топор возвращается. Ну-ка еще раз попробуем. Подожди. Ну-ка я его сейчас швырну. А, почему не кидает в этот раз? А почему не хочет? Ну ладно, наверное, здесь надо пока что-нибудь сделать. Как? Прыгнуть 0. Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Хорошие слова. Не извиняйся, стань лучше. Я сказал. Лучше. Ищи. Так, пока он ищет, я буду искать серебро. Или еще какой-то из набора рисунок. Надо потому что собирать этот набор, там опыта дадут. Ого-го! Нет, ты не готов! Назад! Так. R1. Ну-ка! Отойди! Что это за животное такое прискакало? Какой-то нечисть. Еще один. Ну-ка. А, топором можно кинуть. Прикинь. А, возвращать. Треугольник, отлично. Стоп, ты что ты? Топор, я не вернул топор, во. Теперь нормально, иди сюда. Иди сюда, разберемся с тобой, братан. Еще один, что ли? На. То-то же. Так, чтобы поставить блок, удерживай L1. Ага, щит. Ну-ка. А из этой позиции я могу атаковать потом. На! Давай, подходи. Щит, правда, наверное, разломать могут так-то. Да? На! Ха-ха-ха! Топор верни. А что с них, ничего не падает? Может быть, забрать можно что-нибудь, а? Они раньше не подходили к нашему лесу. Бестиарий. Так, бестиарий обновлен. Чем там обновили нам? Что-то не нажимается больше. Ну-ка, где? Не нажался бестиарий. Так. Чтобы восстановить здоровье, ищите целебные камни. Отлично. Пополнили здоровье. Так, стоп. Туда, наверное, нам не надо. Пацан куда-то в другую сторону пытается пойти. Ладно, пошли за ним. Куда? Вон олень. Пошел в старый храм. Горный красивый олень. Проходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Так, мы творим, что хотим, не будем оправдываться. Пошли. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Нифига он не попадет отсюда. Подойдем ближе. Вот именно. Давай дальше пошли. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела. Мамы нет теперь, все. Пришла пора. Ясно. Поэтому будешь со мной охотиться теперь. Так, тут, наверное, эти опять сейчас появятся. Нечестивые. Кто такие, вообще непонятно, откуда взялись. Так, жизни, ну у меня жизни целые. А, вон они стоят, да. В бою над врагом, который получил урон или был выбран целью Кратоса, отображается шкала здоровья. Сейчас мы им шкалу здоровья-то поуменьшим, ребята.
Вот так. И топорик с возвратом. Кстати, он пролетел, когда обратно он зацепил вот этого еще. Ох ты, увернулся что ли, да? Так, щит. Щит. И удар. Есть. Давай. Вот так, ребятки, надо с ними справляться. Все четко. Кто еще? Погоди. Теперь мой выход. Готов. God of War, ребята, играем. Клевая игра. Я давно в нее хотел поиграть. Кому интересно, можете третью часть посмотреть. Третью часть мы прошли до этого. Сегодня 31 декабря, ребята, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, удачи в новом году. В 2023 году. Так. Что от нас требуется? Он куда-то просит швырнуть. Сюда, что ли? Ну-ка. Так, прикольно. Я умею замораживать. А вот здесь сундук. Сундук, ребята. Мы чуть не ушли. Ну-ка, давай, открывай. Там чьи-то останки. Он не может это использовать. Ого, мы серебра можем. Сколько много. 568 штук дали. Нафига ему серебро, говорит. Он не может это уже теперь использовать. Мне больше пригодится. Так, жизни целые, да? Ну-ка, давай все равно заберем, попробуем. Может, они еще увеличатся. Не, ничего не увеличилось. А, это треугольник, это возврат топора. Да, вот он показывал мне. А, я зря вернул, подожди, я же его тут использовал. Нам надо сначала пройти через ворота, потом только сундук, говорит, потом топор вернуть. Так, еще раз. Давай. Все, Атрей, проходим дальше. Сынишка. Давай топор обратно мне. Сейчас эти ворота откроются. Вот так, видал, учись. Это что? Серебра уже, я не знаю, 1002 насобирал. Да подожди ты тут, сундук. Как не в ту сторону? Я все в ту сторону иду. Сейчас я тебя догоню. Опять серебро, классно. Так, а здесь мы... А сюда нам надо, нет? Не, погоди. Наверное, нет. Сюда, наверное, рано. Нас куда-то пацан зазывает. Он охотится за оленем, мы ему помогаем. Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Так, погоди. Стой ровно. Во-во-во-во-во. Прицеливайся. Выдохни. Я попал. Хорошо. Первый его олень. Он еще живой. Где нож? Нет. Жалко же. Закончи то, что начал. Жалко животное-то. Не сможет, мне кажется, он. Не-не-не. Я не могу. Сейчас батя ему поможет. Ну, когда-то надо учиться, потому что иначе ему как еду добывать в дальнейшем. Жалко, конечно, зверушку. Я...
На, держи нож. Тихо, тихо. Это кто такой еще, а? А что такой здоровый-то, а? Мы будем с ним драться? Набери лук. Победить тролля. Это тролль, ребята, огромнейший тролль. Стрелы Атрея. Чтобы приказать Атрею стрелять, нажми квадрат, чтобы выстрелить определенного врага, удерживая L2, затем нажми квадрат. Ага, L2 и квадрат. Все, погнали. Количество стрел, имеющихся у Атрея, указывается в правом нижнем углу экрана. Потраченные стрелы восстанавливаются со временем. Окей. L2, давай, стреляй, квадрат. А я еще топором могу же кидать в этот момент. Да вот, стреляй уже, все, пора. Берегись! Куда, блин? Топор верни. Стреляй. Стрелами стреляй. Я побежал, топор дай сюда. Давай, стреляй. Мимо, блин. На ему. Топор отдай. Назад он сейчас фигарить будет. Тихо, отходи. Стреляй. Слишком силен. Силен, понятно. А что делать-то надо? Как-то бороться с ним. Стреляй. А вон его жизни, половина жизни уже почти мы ему снесли. Давай топором быстрее. Где топор? Стреляй, Атрей. Попадай по нему. Все получится, давай. Ты стреляешь или что? Где там? Я сейчас еще попаду. Тихо. Топор верни. Ай, мимо. Почти. Атрей, стреляй, отводи его. Я тоже буду бить его. А, я ухожу, мне больно стало. Что-то сильно больно стало. Атрей, стреляй по нему. Так, он нам ко мне идет. Отвлекай. Все. Все, пока он отвлекается на пацана. Я могу его бить. Все, бежим. Чуть-чуть осталось. Аптечка, ребята, быстрей. Нолик. Есть, я залечился. Так как так-то? Отпусти меня уже. Все, отойди отсюда. О, R3. Попался, да? Злобный большой тролль. Хорош, все, он уже лежит. Сын. Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем! посмотри на меня! Сын, остановись! Остановись, он уже все лежит давно. Но ты не готов. Иди, готовься. Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Тролль испарился. Опыт получен 100 единиц. Давай соберем все. Вернитесь домой. Закрой рот, говорит. Готов, не готов. Серебра дали дофига. 2800. А, вот. Удерживайте бронза, убить 3 троллей. Цели. Ребята, вон. А, вот. Убить 100 драугров. Угу. Короче, куча целей. Что еще у нас тут? Вернитесь домой. Ну, пошли домой. Давай еще посмотрим, может, здесь что-то лежит. Домой в эту сторону. Да я знаю. Сейчас иду.
Ну все, больше что-то пока ничего не вижу по пути. Оглушение врагов, R3. Сейчас шарахнем ему, подожди. Ай, стой, что произошло-то? Ну-ка, топор. Или надо было, пока он стоял, меня не видел. Стой! Да как так-то, развернись! Я щитом закрылся. Ну-ка, коробку вот эту разбить. Серебро. А здесь что за ворота какие-то синие? Тайные монеты. А, тайные комнаты. Один из семи. А что за тайные комнаты? Вот это тайная комната, походу. Все, никак не откроешь двери? Тихо. И нам туда, получается, никак не попасть. Ладно, пошли домой. Где там пацан? Опять эти, что ли, идут? Топор где? Вечно я его забываю где-то там. Так, этот бежит уже. На. Кто еще? Вот этот дядька тоже пришел к нам. Опа. Не слишком ли ты близко ко мне подошел, чувак? Телегу сломал. А, вот можно жизни. Подожди, куда он там? А этот какой-то ледяной, смотри. О, он не бьется. Ладно, мы стрелами зато можем. Смотри, у Атрея хорошо получается. R3. Во! Все, был ледяной, нет ледяного. Расколбасили его. Опыта 18 дали. А я говорил, закрой рот. Все, он рот ему затыкает. Ты не готов, говорит. Ну пошли, будем готовиться, че ты? Дальше куда? А, стоп, вот сюда, наверное, стрельнуть надо. Все, идем дальше. Короткий путь домой. Почему? Вот мы и дома. А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Ну все, пришли. Или не пришли. Это наш дом. Наш дом. Все, давай, заходи. Иди в дом, сын. Иди в дом. И увидимся в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Всем удачи и всем пока. До встречи.